В общем-то, сейчас время 8:30. В 9 у нас дискотека. Сейчас ходили в столовую. Вот. Значит, на улице было довольно-таки хорошо, но сейчас пошел дождь. Как не дождик, а более ветер такой. И вот поэтому я в теплом уже сижу. Опять сижу на своем подоконничке. Он мне прям полюбился за эту смену. Мне кажется, я на нем больше всего времени буду проводить. Вот. Ну и сейчас уже все почти готовы. И пойдем на саму дискотеку. Я засниму, что там будет. Кстати, вот там девочки. Девочки! Дружно сюда помахали все. Да, это видео. Это видео, Диана? Да. Только не меня, пожалуйста. Вот. Стеснительные у нас девочки. Ну, а с вами мы уже увидимся на самой дискотеке. Я покажу, что там будет и так далее. Лера тоже. Такое лицо заспанное, как будто такое. Я устала просто. Да, там движуха такая просто. Это вообще музыку переключать практически невозможно. Это вот правда. На улице чуть-чуть потемнело так. Когда ты танцуешь, этого даже не заметно. Вот вся движуха вон там. Все это на пятачке дело происходит. Вот, ну а сейчас я ставлю вам еще отрывки из танцев, чтобы вам не так скучно было смотреть этот влог. Ну а мы уже через полчаса пойдем в корпус делать всякие там про свои девчачьи. И потом уже у нас примерно в 11 должен быть отбой. Но я вам еще постараюсь что-то заснять в корпусе, потому что, ну, в конце концов, чтобы влог был не такой скучный, да? Наверное. Ой,
буду ждать тебя, наступит ночь. На улице, можно сказать, уже окончательно стемнело, просто вот уже темно, фонари только от нашего пятачка идут. У нас там дискотека. Нам осталось, по-моему, сейчас без 10-10, то есть совсем скоро мы пойдем уже в наш корпус. А, вот, тут сидит Вероника, тоже уже устали. Ну и, конечно, сейчас в конце должен быть медляк, я вам засниму его. Причем медляк, отвечаю сразу, мой необычный. Вот. Ну а с вами мы, наверное, увидимся только в корпусе, потому что сейчас уже дискотеку надо затанцевать, чтобы прям разгорячиться, а то у нас в 11 спать, а я не хочу в 11 спать, а надо так разгорячиться, чтобы потом Давайте. В общем-то, мы уже переоделись, все с дискотеки пришли. Все такие... Замучены. Да, замучены. У нас тут влог. Вы же мне не даете чаек. У меня депрессия началась. Вообще. Знаете? Вот. Сейчас у нас уже отбой, сейчас спать будем. Да. А сами, наверное, завтра, да? Завтра продолжу снимать. Давай. Вот, так что всем пока.